находимся мы на народном ополчении, только это теперь Красносельский район. То, что до этого снималось, это было в районе Ульянки, а это в районе Лигово, да? То есть всем очень рекомендую смотреть на то, какие бордюры вы видите, да? Сейчас покажу, там еще остались куски, которые не досняли старого бордюра, да? И в очередной раз зададим себе вопрос, каким же все-таки вирусом заражена у нас страна? Коронавирус это или что-то другое? И вот мимо этого сейчас проехала только что машина ДПС, да? То есть ладно, там типа не ихняя тема. Но смотрим, что здесь, что там вот снимают, да? То есть неужели больше некуда деньги девать? Кроме как в Москве перекладывают плитку, у нас бордюры. А вы, люди, сидите и хлопаете глазами. Не ходите на выборы со словами «вас это не касается». Слушаете всю ту, что вам рассказывают. Вот видите, да, то есть бордюры. И это Красносельский район в районе Лигово. Вот есть ли необходимость замены всех этих бордюров, непонятно. Видите, да, на что деньги народные тратятся. И это в то время, когда в стране не хватает масок. Когда нету аппаратов искусственного дыхания. Когда за границу все отправляется. Вот что это делают чиновники?